Буэнос диас, мис керидос амигос. Ядерный рассвет продолжает озарять ваши экраны с помощью кошачьей задницы. Это стрей. Поэтому сажайте жопу поудобнее, хватайте ништячки и пошли ковры драть. Так, надо еще с тобой познакомиться. Так. Так, значит, надо забраться как-то туда. Так, по логике вещи. Так, это лифт. Так, по идее, вот эта штука может мне чем-то помочь, но не факт. Доступ к канале закрыт. The pool is closed due to AIDS. Сука нах. Опа. Ну точно, блядь, кошачьи активности. Так, по идее, мне нужно что-то туда скинуть, чтобы заклинить опять же вентилятор ко всем хуям. Ну и хуй с вами. Чисто по-кошачьи решил вопрос. Так, мне надо вон на то здание заползать. Значит, туда я немножко неуклюже пошел. Мяу.
Угу, еще одна дырочка, так. Туда мне не заплыть. Вниз тоже не спрыгнуть. Да твою-то мать. Ахуй. Это автохуй. Оп. Огромный зеленый автоматический хуй. Это криперс, кто не понял. Так еще какую-то хату пришел громить. Так, оп. И оп. Так, нам туда. И в принципе, делаем все верно. Ну я же, блядь, кота не насрана, оп. Момо. Ёбаный прием передатчика не работает. Извини, чувак, но это немножко похулиганю.
Ну, корова. Олдмунд схотел, не вышло. Проблем. Так, вот это вот ябало, это символ некой организации, или что-то в этом духе. Outside. Так, в этой квартире мы уже копались, книжку Клементина мы нашли, Момо нам дал свою. Так, давайте искать еще ябальники на стенах. А, вон еще один, смотри-ка. Как говорится, нахуй я опустился так низко. Брошенный. Как в снег перчатка брошенный. Так. Так, это лифт. Надо сначала сходить к тому чуваку, у меня есть ноты. Саунд охуенный. Забавно, однако. Ладно, хрен с тобой. Так, я вздремнул. Так, забираемся на парапет. All the time you have to leave the space. Так, нахуя я сюда залез, а главное зачем? А, тут еще дыра есть. Так, давай осмотримся. Так, вот в той хате мы были. О, еще одна тля. На круглой хате все тусуют чисто.
Значит, я здесь не досмотрел что-то. Потому что я, насколько помню, мы с тобой тут вроде были. Так, значит, начинаем искать. Где-то должна быть эта ебучая записная, сука, книжка. Так. Проблема в том, что я в хронометраже ограничен. Так. Ага. Назад уже в крышу я не впрыгну. Так, термопод или что-то в этом духе. Так, здесь нету. Так. Водичка. В районе кровати тоже никого, ничего. О! Нашел! Так, и осталось последнее. Так, Клементина, Зург... Фу, блядь, Зург. Клементина, Муму, Балтазар и... Кто-то там еще. Так, вот эту хату мы с тобой обыскали. Ту тоже. У Момо, вот там наверху, мы побывали. Теперь остается что? Я вон там не вижу символ. Он ли это? Only you. Да, пою я, конечно, не очень. Мягко говоря, и не очень так мягко выражаясь. А, он тоже привалился. Вот. Так, и, по-моему, вон то окно, это последняя, так скажем, точка. Так, теперь давай думать, как туда забраться. Так, как говорил Владимир Хорошнакомый, хуй, штанга. Так. А здесь будет самое сложное, наверное. Надо быть эту ебучую книжку. Сколько книг-то, ебаный насрал. Так, чувачок, видать, совсем заработался. Сука, вот задница мохнатая. Чуваку вообще, по-моему, поебать.
Просыпаться он даже не собирается, хотя я тут... Даже концерт ему нахуй устроил. 9-ю, сука, симфонию. Где твоя записная книжка, говно? Так, мне еще теперь всю хотень опять обыскивают. Ага. Знаешь, что-то я подозреваю, что мне нужен код или ключ от сейфа. Как говорится, меняем стратегию. Оба. Оба-ня. Наконец-то я могу удрать диван, еб. Да, наконец-таки. Сука. Сбылась мечта идиота. Я в образе кота разодрал диван. Ну ебана. Ну конечно, записная книжка была тут. Док. Так, теперь надо вернуться к Момо, как я понимаю. Так, большое здание с оранжевой вывеской. Как я туда забирался, по-моему, с того борта. Ну да, где-то так. Ага, там Шипато. Как я забирался, точняк. И через окнище ебаное. Опачки. Бля, подлагивают, конечно, в катсцене. О.
Так. Ну что ж. Наверное, на этом мы с вами притормозим. Спасибо всем, кто смотрел. У вас, как обычно, Лойс, пиписька. И ждите следующей серии. Скоро увидимся.